Бакс Банни уже не тот. Вся эта светская жизнь, тусовки, тёлочки, алкоголь сгубили зайца. После каждого загула восстановление происходит все тяжелее и тяжелее. Всем известно, что зайцы любят капусту. Но у этого зайца столько капуст, что он легко нанимает людей и заставляет их делать ему джакузи. Видео явно снималось не в России. Уж слишком стабильно идет горячая вода. Перед покупкой автомобиля мы всегда ломаем себе голову. Какой же лучше выбрать? Вот один проверенный способ. Мужик, ну купил ты себе новую «Ладу Автомат». Ну не стоит так расстраиваться. Просто у парня нет друзей, и он хочет весь дом пригласить к себе на день рождения. И приходи. И ты приходи. Ты обязательно приходи. Вот ты точно приходи. У тебя классная тачка. Да. Ребята, все приходите ко мне на день рождения. Мужик просто решил обанкротить страховую компанию. А может быть, он выбирает себе сигнализацию по звуку. Алексей Куличков снимает новое шоу для Перца. Обмен автомобильной техники. Сейчас я все ваши машины разобью. И лишь тот, кто правильно ответит на мои вопросы, получит новый отечественный автомобиль с коробкой «Автомат». Вот кого надо было выпускать вместо Поветкина. Он бы точно Кличко уложил. Это то самое видео, когда хочется досмотреть до конца и дождаться расправы. А когда подъехала полицейская машина, все же хотели, чтобы он и по ней тоже вмазал.